Ребята, всем привет! Меня зовут Василиса Липатова, и вы на моем канале Integrity Art – искусство целостности. Подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, поставьте самый кайфовый лайк этому видео и пишите в комментариях, что вы думаете по теме, которую мы будем сегодня с вами обсуждать. Мне действительно очень интересно ваше мнение, я все читаю, всегда отвечаю. И обратная связь от вас дает мне возможность двигаться вперед так, чтобы канал приносил вам ценность. Сегодня поговорим с вами про медитацию. Вообще, что это такое? Почему медитация стала глобальным мировым трендом? Почему медитируют звезды, известные бизнесмены, которые создали гигантские компании? Стив Джобс, например, почему об этом говорит? Почему люди, которые достигают гигантских результатов в своей жизни, медитацию ставят на одно из первых мест в своей жизни? Почему люди выбирают вместо каких-то чувственных удовольствий состояние быть с собой наедине? Казалось бы, медитация такая странная штука. Что это вообще? Ты сидишь, ничего не делаешь. Действительно ли это так? Что на самом деле стоит за этим? Еще обсудим сегодня такое расхожее мнение, что медитация — это не для всех. Вот вы там такие улетевшие, вот это для вас. А мы тут нормальные чуваки. Мы вот не про вот эту вот всю фигню непонятную. Медитация, ее главный навык и основной, который она дает, и который человек сам в себе выращивает. Это навык управления своим вниманием. Потому что, по сути, медитация – это и есть процесс управления вниманием. Когда вы только первый раз начинаете, ваше внимание даже не первый раз, первые энное количество раз. Ваше внимание, оно везде, где угодно. Тут закололось, там пошумело, тут зачесалось, мысли бегают туда-сюда, вы за этими мыслями вот так вот ходите. Ваше внимание, оно везде, где угодно. Но вы им не управляете. Так же происходит и в жизни. Вот я сейчас скажу Coca-Cola. Если вы абсолютный полный ЗОЖ, вы все равно знаете про Coca-Cola. Вы все равно представляете вот эту красную баночку, по которой текут капли. Такая она, сколько эмоций там заложено, да, сколько вот прям удовольствия, которое вот вы потратите деньги на эту баночку, сколько вы получите взамен удовольствия. Улыбающиеся, молодые, счастливые люди. Скорее всего, успешные. Даже Дед Мороз приезжает с Кока-Колой на гигантском фургоне, чтобы всем раздать Кока-Колу. Это же Новый год. Откуда вы это знаете? Ваше внимание было много раз привлечено к Кока-Коле. Эта компания выстроила свой бренд таким образом, что про это знают все. Она имеет такое количество касаний к вниманию человека, привлечение к себе внимания абсолютно всех людей на Земле за каким-то мизерным процентом исключения, что про Кока-Колу, какого она вкуса, какие она вызывает эмоции и что вы от этого получите, знают абсолютно все. Опять, за исключением мизерного процента. Почему так происходит?
Потому что внимание это одна из тех вещей, которые истинно нам принадлежат. Нам принадлежит по-настоящему не так много вещей. Мы в одиночестве пришли в этот мир. Мы в одиночестве из этого мира уйдем. Что бы в нашу жизнь ни приходило, вещи, они когда-то уйдут. Люди, даже с близкими мы когда-то расстанемся. События, все когда-то закончится. Все, что вы создаете, оно тоже имеет точку начала и точку конца. Но то, что есть в жизни, истина у вас, и то, что истина принадлежит вам, это всего лишь несколько вещей. Это ваше внимание, это ваше состояние и это время. Все. По сути, это все, что вы, чем вы владеете, это ваши дары. И в зависимости от того, как вы управляете вот этими вещами, будет таким образом выстраиваться ваша жизнь. Про состояние, которое дают медитации, я расскажу в другом видео, а про внимание продолжим сейчас. Почему вообще, в принципе, у человека нет навыка управления своим вниманием? Вообще, что такое внимание? Внимание можно сравнить с такой хорошей метафорой. Представьте себе, что мир, например, это какая-то огромная комната. В ней есть абсолютно, тотально все. Вот все. Все, что вы захотите. Но там темно. И у вас есть фонарик. Тонкий луч света. Вот вы куда направите свой фонарик, то и будет для вас в жизни проявляться. Хотите направлять его в здоровье? В вашей жизни будет здоровье. Направляете ваше внимание в здоровье? В вашей жизни будет здоровье. Направляете ваше внимание в семью, в отношения? В вашей жизни будут отношения? Направляете ваше внимание в построение бизнеса, в вашей жизни будет бизнес. Направляете ваше внимание в чувственное удовольствие, вы получите много чувственных удовольствий. Потому что помимо того, что в мире есть абсолютно все, но своим вниманием вы выбираете только какие-то определенные вещи, Вселенная всегда настолько нас поддерживает в нашем выборе, что все, куда направлено ваше внимание, будет приумножаться. Вам прямо это будут давать. Это очень легко заметить, знаете, когда, например, купил новую машину, и вдруг вокруг все машины такие. Вот я помню, я пересела на Volvo, когда просто Volvo, вот они везде, везде. У меня была Volvo XC70, вот Volvo, вот Volvo, вот Volvo, вот Volvo. Или там, если купил, например, не знаю, какое-нибудь красное платье. Просто вот миллион людей вокруг в красном платье. То есть внимание, которое заряжено эмоциями, мы сейчас про это еще поговорим, оно привлекает вашу жизнь, то, куда оно направлено. Или здесь очень хорошо поговорить про беременных женщин, вообще про беременность. Если вы уже имеете семью и в вашей семье есть дети, то вы можете вспомнить, что как только вы узнали о беременности, о своей или, если мужчина, то беременности своей девушки, жены, вокруг просто все стали беременными. Просто все улицы заполнены. Ты куда ни пойдешь, ты обязательно встретишь беременную женщину. Так работает Вселенная, которая на наше внимание отдает, прям насыпает нам того, куда интегрировано наше внимание, куда оно направлено. И качество вашего внимания
Есть глубина вашего внимания, есть качество вашего внимания. Глубина вашего внимания, здесь можно поговорить про, знаете, когда вот летишь на самолете над городом, вот это один пласт, поверхностное внимание. Но вы, когда на земле начинаете приземляться, вы видите все больше и больше деталей, вы все больше и больше углубляетесь конкретно в эту точку на земле, и ваше внимание становится все глубже и глубже. Это может относиться абсолютно к любому. Опять-таки, те же самые отношения или бизнес. Как только вы начинаете углублять свое внимание, так больше деталей вам открывается, и так больше, в большем количестве качества вы знаете этот предмет. Это глубина внимания. Глубина внимания дает качество вашего внимания. Вы можете погрузиться очень глубоко, но если вы не будете в этот момент действительно включены, вы не получите качество. И это не будет работать. Не будет расти то, куда вы направляете свое внимание. Почему внимание – это штука, которую все так хотят? Потому что ваше внимание, куда оно направлено, в конечном итоге формирует вашу личность. Ваше внимание вызывает ваши эмоции. Ваши эмоции создают ваши действия. Ваши действия приводят вас к определенным результатам. Или, например, к привычкам. Привычки приводят к результатам. Результат становится качеством вашей жизни. Поэтому от того, куда направлено ваше внимание, в конечном счете зависит то, как вы проживаете вашу жизнь. И опять-таки, если говорить про стоимость вашего внимания, зайдите там в свою ванную комнату, посмотрите на бренды, которые стоят в вашей ванной комнате. Или на бренды одежды, которая висит в шкафу. Вы инвестировали в эти компании сначала внимание, которое они привлекли, а потом вы отдали вашу энергию в форме денег. Поэтому внимание – это самое ценное. Получая внимание, ты получаешь целиком и полностью человека, дальше можешь делать с ним все, что хочешь. Так это работает. Так при чем здесь медитация? С самого детства мы не привыкли быть собой. Если говорить про медитацию и говорить про то, что медитация – это расслабленное сосредоточение, то первое, что возникает в голове человека, выросшего в большом городе, «Боже, какие прикольные курицы пришли! Сори!» Может, они сюда поднимутся, если я буду тихо сидеть. Первое, что возникает после этой фразы у человека, выросшего в большом городе, это диссонанс. Потому что расслабление понятно. Но сосредоточение всегда ассоциируется вот с таким вот состоянием. Это стресс. Потому что с самого детства, когда тебя там в 5 утра вытаскивают в минус 20 из теплой кровати, даже в минус 10 в 7 утра, и тебе потом непонятно, почему надо куда-то идти, твое внимание уводит от себя. Ты не хочешь этого делать. Ты делаешь это через такое усилие, которое просто граничит с насилием. Ты не ешь еду, когда ты хочешь. Ты ешь еду по расписанию, когда тебе ее дают. И организм в этот момент перестраивается. Ты не можешь принадлежать себе и делать в течение дня, опять я говорю про детство, то, что ты хочешь. У тебя есть расписание, которое придумали другие. Твое внимание с самого детства было забрано другими людьми. Было забрано такой огромной системой, которая называется социум. Тут на Землю пришла такая какая-то красивая форма,
Может быть, это как раз облако, которое не имеет как раз какой-то конкретной формы. Красивая, непонятная, переливающаяся штука, душа. Но управляя вниманием человека, который обладает душой, с самого детства ему обрубали вот эти стеночки, и социум делал его в конечном итоге таким удобным кубиком, который можно покрутить в эту сторону, можно покрутить в эту сторону, можно покрутить в эту сторону, можно покрутить в эту сторону. И этот кубик стал настолько удобным, что потом говорят: Новый год, давай, алкоголь, сейчас мы выпьем за здоровье, прям тренд. А, не знаю, что там еще. 23 февраля все рисуем танки. Давай, давай, защитники. А, и вот эта система управления вниманием, она настолько уводит человека далеко от самого себя, что в конечном итоге не остается понимания, кто есть ты, что есть ты. И твое, и поэтому, когда вначале те, кто начинают медитировать, садятся медитировать, это для них ну, просто жесть. Во-первых, болит тело, потому что тело не подготовлено. Во-вторых, внимание, ну просто везде, где угодно, вот просто везде. Птичка, листик, вон там мусорку приехали вывозить, тут чувак метелкой что-то подметает, курочки вон только что пришли, у меня уже нога затекла, пока я сижу. Блин, там мышцы в спине зажаты, все везде, но только не внутри. Потому что нет навыка переносить его внутрь, и нет навыка быть самим собой. Но с практикой внимание возвращается внутрь. И когда вы забрали внимание из внешнего мира себе, вы вернули себе пульт управления своей жизнью. Все. Вами дальше нельзя манипулировать. Вами дальше нельзя управлять. Вы будете делать то, что хотите вы, и то, как вы хотите это делать. Вы в себе. Вы сам с собой. Вы в своем пространстве. И больше внешние триггеры уже не работают на вас. Даже если вам показывают в рекламе какую-то очень красивую, кайфовую жизнь, или говорят, слушай, вот давай в офис шагай, вот там вот прям будешь сидеть с утра до ночи, вот будет у тебя жизнь прекрасная. Вы так это взвешиваете и думаете, о нет, кажется, мне это не подходит. Помимо этого, помимо возвращения к себе, навыка быть собой, создавать то, что вы хотите создать, как я уже говорила, глубина и качество внимания, это и есть те результаты в жизни, которые вы получаете. Поэтому самое важное и самое ценное, что можно сделать для себя, вернуть себя себе, встретиться наконец-то не с огромным количеством программ, которые заложили с детства, вот так вот, не вот с этой матрицей, а встретиться с собой, со своей душой, со своим истинным внутренним состоянием. А это истинное внутреннее состояние – это настолько кайфовое, настолько широкое, настолько радостное и настолько изобильное состояние, которое истинное внутреннее, что с этим не может сравниться вообще ничего. И именно это состояние даст вам направленность вашего внимания. Благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Про состояние мы поговорим в следующем видео, потому что это вторая важная вещь, которая влияет на всю вашу жизнь. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете
по этому поводу? Практикуете вы или вы только хотите, или вы вообще считаете, что это все бред? Очень интересно узнать, что вы думаете. Делитесь своими впечатлениями от этого видео, делитесь с друзьями, потому что медитация — это то, что очень качественно изменило мою жизнь, состояние моей психики, мои отношения с собой, дальше уже со всеми окружающими, в том числе с семьей. И мне очень ценно и важно этим делиться, потому что я знаю, насколько это огромный и мощный инструмент. Благодарю еще раз. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.